Как сохранять бодрость и энергию на протяжении всего дня? Лучший способ – каждое утро начинать с физических упражнений. Причем не обязательно посвящать себя профессиональному спорту, достаточно зарядки. Получать пользу и удовольствие от тренировок химчан научили на одном из традиционных мастер-классов «Химки. Интересно жить». Провела встречу Елена Кудрявцева, мастер спорта по шорт-треку и по совместительству кандидат философских наук. Она рассказала, физическая нагрузка укрепляет не только тело, но и дух. У нас в организме вырабатываются гормоны, гормоны радости, эндорфины. Да? И ученые уже доказали, что 15 минут достаточно для того, чтобы физической активности, чтобы в нашем теле, соответственно, началась выработка этого гормона. И чтобы после того, как мы позанимались, мы были радостны, довольны, помимо того, что мы стали здоровее еще немножко, мы еще стали позитивно относиться. Мастер-классы «Химки. Интересно жить» проходят уже год. Лариса Паратуй ходит на эти встречи регулярно. Я пользуюсь любой возможностью подвигаться и позаниматься спортом. Я была на пилатесе. Этот мастер-класс мне просто легче дался. Пилатес оказался для меня посложнее. Но мы будем работать. Такие встречи по интересам проводят почти каждый день. Любой химчанин может выбрать то, что ему наиболее интересно. Это не только спорт, но и декоративно-прикладное искусство, общение с техникой, творчество. Благодаря этому проекту уже в нашем округе проведено 3241 мероприятие с участием более 70 тысяч жителей. То есть жителям нравится, они приходят и с удовольствием принимают участие в этом уникальном проекте «Химки. Интересно жить». Подробную информацию о том, где провести время, можно узнать на страницах газеты «Химкинские новости». Также подробная афиша есть в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте eventadamhimki.ru.